Мы продолжаем тему распаковки личного бренда и говорим об образовании, либо самообразовании. Меня всегда интересовала эзотерика. Например, заставить себя учить физику, химию мне было сложно. А вот палмы с три гадания на ладони, либо астрология, нумерология, гадание на кофейной гуще, о, Пресвятая Дева Мария. Это то, что действительно поистине меня увлекало невероятным образом. И вы знаете, я так самозабвенно изучала все эти эзотерические науки, что через какое-то время стала весьма успешно консультировать своих учеников. И фактически, что я делала в своей юности? Распаковывала бренды. Просто масштаб моей личности на тот момент был невелик, поскольку возраст юный, молодой, но с годами, чем больше накапливался потенциал меня как личности, тем большее видение и тем более интересную стратегию развития я могла давать своим ученикам и, соответственно, распаковывала их личные бренды на базе астрологии и нумерологии более глубинно, помогая им также начать зарабатывать на их предназначении, либо хобби. Вот, кстати, какое у вас хобби? Что вы любите? Расскажите в комментариях об этом, потому что это есть не что иное, как основной и важный модуль вашего личного бренда. Так, а я пришла вот на следующий этап своей жизни. О, кстати, астрологи, вы видите, вот там написано астрологи. Видите, как все символично. Всех люблю.